премьер-министр. Мы находимся перед Реванскими воротами 1839 года. Крепость Александрополь. Москвич? Да, создавали в то время. Сейчас мы пройдем в музей, посмотрим. Сейчас я предлагаю пройти сквозь Реванские ворота, посмотреть толщину стен, посмотреть основные инженерные решения, заглянуть внутрь крепостной стены. Посмотрим. Да, мы сейчас, это крепостная стена. Офицеры проживают. Офицеры проживают отдельно в городе. В городе? Да, здесь у нас проживают солдаты, сержанты. Обычные квартиры. Чем сейчас. Да. Вот мы конечно, сейчас. Конечно. Я не знаю, может и неплохо, но я думаю, что это плохо. Ладно, плохо. Наши солдаты. Помещение для занятий. Здесь санитарный узел, место работы офицера. Предлагаю сейчас пройти в столовую, посмотреть организацию питания именно в те моменты, а услышать. Сейчас на Востоке. Я, к сожалению, сейчас не скажу, в каком году, но достаточно давно. Назначался. Мы сейчас идем к нашему музею. В историческом плане это был дом коменданта крепости, когда он был построен. На каком доме? Вот макет нашей крепости. Перед вами макет нашей крепости. Крепость у нас создан почти в 1935 году. 1800 царь Николай I подписал указ о строительстве города Дунгэ, крепости. Через два... Конечно, первоначально отстреливается, а потом, когда закончились поэты пасы, майор отдал. Конец 19 века, начало 20 века. И вот нынешний век этой братской могилы. Где находится? В Адванатором. Там ресторан. Да, 1878 год. Наша крепость, вот, пожалуйста, на фотографиях. Вот эти пушки стоят. Вот эти самые пушечные ядра. Выложены так пирамиды. Это пушечные ядра? Пушечные ядра. Выложены пирамиды. И вот интересная фотография. Здесь у нас учение сфотографировал. И солдат вот имеет 4 кёргельских креста. А тогда...
господин премьер-министр. Мы, к сожалению, были только в одном зале. Если, может быть, у вас... Вы храните. Российской армии, ну, другой национальности, мы сидим вдвоем похоронены. Это все 1837 год, это все с того времени. Вот он. Да. Господину премьер-министру я... Очень много уже таких вещей. И темная масляная пахнет. Հաստատ որ ինքը իրականում մի գունա է, այս ամեն ինչը իրանով սպարձվել է ու վերջում նատվերը ուբերովեն եր պամույն։ Ну, оно штатное, особого интереса не представляет. Я прошу пройти дальше. Новое вооружение, вот новый пистолет Ярыгина, который приходит у нас на смену. Это что? Пистолет Умакарова. Это пистолет Стечкина. Автоматический трактор, Александр Падрон. Ну, сделай, прицепи приклад еще. Может стрелять автоматическим огнем. Да. Стреляющий нож. Стреляющий нож, да. Вставляется патрон и стреляет. Как приклад? Автоматы АС, ВСС, винторез. Аппарат, да. Ну, реально работает? Реально работает, но боеприпасов к нему нет. Ну, да, понятно. Вообще нет. Он тяжелее, чем... Тяжелее, да. Сколько патронов? Ну, тем не менее. Ладно, нас остановили.